Мобильное приложение «Добродел» совершенствуется. Теперь с помощью нового раздела «Народный инспектор» вы можете зафиксировать правонарушения водителей, которые, например, паркуются на газоне или тротуаре. Чтобы сообщить о нарушении, установите последнюю версию приложения «Добродел» на ваш смартфон. Зарегистрируйтесь, выберите соответствующий раздел, дождитесь, пока приложение определит вашу геолокацию. Снимите видеоролик до 15 секунд, где будет видна суть нарушения с разных ракурсов. Важно, чтобы номер автомобиля был четко виден. Стать народным инспектором очень просто. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале госуслуги. Это займет буквально 5 минут. И после этого вы можете отправить видеофакты нарушений, с которыми вы столкнулись. Теперь культуру парковки будут прививать и сами жители. Ведь на эту проблему обращает внимание как молодежь, так и люди среднего возраста. Есть стремление привести какие-то вопросы к порядку, к какому-то хорошему положительному знаменателю. Вот я думаю, что вот это вот самое главное. Еще одно нововведение, которое появилось в данном приложении, мы видим на примере этих двух автомобилей, которые перегородили путь к сбору мусора. В этом случае вы также можете записать видео на ваш мобильный телефон и сообщить о правонарушении. Если человек не понимает, нарушает, туда, куда надо, позвонить, и там сразу же принимают меры. Кто еще не успел воспользоваться приложением «Добродел», загружайте и решайте конкретные проблемы вместе с органами исполнительной власти. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.